Давай, дочь. Молодцы, бежим. Мы сегодня собрались, хотели выразить соболезнования в связи с событиями в Украине, когда из той, с этой стороны погибают люди, сказать, что мы вместе с вами наблюдаем за этими событиями и верим, что в Украине будет мир, что ни внешние силы, ни внутренние силы, никакие враги не добьются до того, чтобы в Украине была гражданская война. Это основная наша такая цель, и плюс мы хотим здесь провести немного прощания. Да, маме тебя погибшей. За чувство жертв в Украине. Для нас, для всего посольства, это очень такой сильный был эмоциональный удар, шок. Дайте мне свечи. Станем, ребят. Ну вот это Астана, здесь ветер. Да, напишу.